Всем привет, друзья, с вами Артур и опять Безумный Макс. Мы здесь закончили, убили тех, кто нашу базу ломал, и поехали продолжать свой путь в новые места. What is this place? This part of the Great White is Cheat's territory. Ты уже спрашивал, что это за место. It's been overrun by Scrotus. Но какая красота. Как мы хорошо начали. Походу... Кадга. Вот эти они будут всегда, походу, появляться, я так смотрю. Так. Еще что я наблюдаю, у меня бензин кончается по-тихому. Ладненько. Погнали. Погнали для начала. Я так понял, как-то можно карту открыть, а как? Так-то не... Тут вода. О, здесь теперь народу походу нету, да? Никого. Ага. Что, можно спокойно воду брать. Ну ладно. Пойдемте подберем воду. И поедем тогда дальше. Так, чуть-чуть. Да ё, да была только что буква Е. О. Всё, фляжка полна. Да ё, чё за буря? Да вы чё издеваетесь? Где отсюда? Хрена себе. Даже такие ситуации бывают. Да интересно. Ой, бля, да это ураган. Сейчас мою машину тоже унесет. Охренеть. Ну-ка валим отсюда. Чё за жопа такая? Ладно, я думаю... Что бля занесло? Our rifle barrel, scope, or caliber, large caliber, yeah? Real live long shot. Hard to get one. Perhaps these nimble black fingers are skilled in such metallurgy. Are you saying you can build me one? If Jeet has the parts I need, I saw one dismantled once. It's not so complex. He's there! Oh, wow. Ладно, осыпался. Нет ничего. Нет. Поехали. Так. Погодь. Ой. Да ничего так, я всех рву нормально, чё тут? Так, а вон запчасти есть. Ладно, соберем. Да чё ты выпрыгиваешь-то? Соберем, это нам понадобится. Так. Ну чё, ладно, пока бензин валяется, надо заправиться тогда. Так, заправить. Угу. Все это говно можешь выкинуть. Чтоб никому не досталось. Так, поехали. Даже не знаю. Ну ладно, поехали по квесту пока что. Потом мы успеем еще съездить тут. Поломать все. Поумирать тоже успеем. Бля, оторвалась. Ёп! Да ты чё? Так,
Да ладно, хрен с тобой. И так можем сделать. Посмотрим, там что-нибудь упало. Да, что-то валяется, сейчас соберем. Да, опять-то выпрыгнул, ну ты что, дурак? Так. 10 лома. Но лом, я посмотрел, нужен, там некоторые вещи до хрена стоят, так что... Лом будем собирать. It's bigger than I remember. Well, this Jake recognize you? Good chance he will. Yeah, well, but there are no friends nor favors in this wretched land. Так, давайте эту базу тут захватим. Ой, база-то. Одно название. И сюда. Пришел. Кто еще там? Да быстрее перезаряжай. Вон идет, чувак. Ты че у меня машину мнешь? Все, кончились люди. Don't stray. Нет. Не кончились. На, лови по щам. И ты лови желтоглазый. Ты чё? Охренели вообще, а? Псы, блин. Так. Ну, наваляли этим придуркам. Сейчас соберем все, что у них валяется. Что показывает? Бензин, бензин нам не надо. Вот лом нам нужен. Так. И где-то еще должен быть. Опа. Ломай, ломай. Нормально, ладно. Тут и херню нашли. Так, а еще лом-то есть где-то? Потому что... Почему-то мне кажется, что где-то еще должен быть лом. Которого я не наблю... А, вот он, все, все нашел. Все. Здесь все собрано. Ну что, погнали тогда сюда. Вода где-то еще тут есть, но вода нам не нужна, вода у нас полная. Поехали, поехали, все, что тут. Ну, нормально. Не, конечно, тут это неплохо сделано, вождение. Красиво. А, вот, вроде бы и доехали. Так, вы чё, не? Конечно, нельзя меня бить. It is me, Jumbucket, Master Renschaki, and skilled Blackfinger, who's an acolyte to the Angel Combustion who beseeches you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Scrap monkey! Please! Please, we aim to enter the Dead Barrens. And all my gear, it was destroyed. My infidel scavengers. And we need to heal this machine. If you let us work here, why with his saintly wheel hands and... My black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit. Ah, praise be the prophet. Let him inside. Да ладно, спасибо.
распинались тут перед ним, чтобы нас впустил. Так, у нас новая... Так, куда мне там идти? О. It's not much of a car. You trust that little scrap monkey? For now. Not much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. Listen. We used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only death. Warlord? Scrotus. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. A proposition, then. I'll weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. Boom! If I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? It's a gate you gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Baron's Pass. Right, before I do, do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord. And we'll have a deal. Так, понятно. You should get your little black finger working on your car. Needs to be beefed up if you're gonna make good on our deal. I don't think you're here to help. It is what it is. And it's all pretty bad. Сейчас посмотрим. Тут мы сами... Блин. ДГА. Чё-то херня такая. Ни Макса, ни гараж не могу, ладно. I have a deal with Jake. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise be! Oh, just you find me the parts, and I'll get cracking. I have it. I have it, Saint. And just help me find the requisite parts and some kind of a trigger mechanism. Oh, you want a trigger, driver? Think we got some old gun junk in the cage. Take a look. Maybe your scrap monkey can make something of it. We don't have anyone can figure that stuff out anyway. Plus, no ammo to talk of. Yes, you are. Whenever you have something, Saint, I stand ready to do the good work. Jeep may be a psycho, but I owe him my life. Да хоть не бесить. Вы так много говорите, что вы бесите меня уже. Так. Ну, зашибись, все, давай, ставь. 40 всего лишь, что ли? Да доставь, давай, все. Ну. Молодец. Так. 175 у меня есть. Вроде ничего нового не могу я сделать. Так. Херня, это все херня. Так, ой, блядь. А, по-моему, колесо могу новое поставить. Подожди, ты дай мне посмотреть сначала. Управляемость. Сотку стоит. Да хрен с вами, давай поставим. Галимы какие-то. Что за херню ты мне поставил? Ладно. Опа. И тут что-то 500, да ты что, долбанулся? У меня нет столько. Ясно. Короче, дохрена ломаного. Чё, поехали, давай.
Slide over. Time to put the sniper rifle to the test. I'm confident it will serve our purposes without fail. Понятно. Удерживайте один. Хера себе. Better than I thought. Ничего так. Yes, my fingers were controlled by otherworldly forces. Ничего такую винтовку мне сделали. Ладно, погнали. Ну ничего себе. Look, a dusty demon, a sandy screwer. Lower, it'll screw us too. Стреляй. Ой, бля. Ну ломайся, ну чё ты, ну, молодец. Так, пока я схожу, ты почини мою машину. Keep an eye out. No surprises. Так. You know I would never leave her side. Что за дебила? Просто так едут. Ладно, посидят. Молодец, молодец, чини. Да ладно, хватит что-то. Погнали. Вон еще одна чучело стоит. Сейчас сломаем, не переживай. Так, еще поближе. Ясно. Оп! Оп! И нету пугала. Кто-то там говорил, что пугало стоит. На нашем пугало. Чини тачку. Пока я бегаю. Нормально. Ну, все починил. Молодец, погнали. А он воздушный шар еще один. Что, съездим? Глянем, может, что с него увидим. Нового. Так, ты труп. Прости. Бля, кто эту херню сюда поставил? Отвали, пожалуйста. О, да вы чё, издеваетесь? Ты еще труп один. На, урод. Да ёб, ты чё? На тебе, урод. Да это говно. Погоди. Ну-ка. Ты чё там сел на мою машину, а? Дебила кусок, я тебе по шее сейчас надаю. Все, труп. Труп. Молодец. Ты чё ноги распустил? На, по щам. Ты вот урод, а. Какой-то ниндзя хренов. На, ниндзя. Ишь ты. Что захотел. Так, один из двух. О, вот и все, все собрали. Так, это колымага, ее надо разбить. Обе машины сейчас разобьем. Давай быстрее бегай, что ты. Так,
это не беда, это быстро мы сейчас. Нету. Сейчас. Соберем. И тут надо разбить. Это два удара нам. Красиво. Куда она собралась? Уехала, конечно. Так, сейчас мы здесь тоже соберем. Лом нужен. Не труху бы уже новую. Это, ты что, 500 надо от лома? Где его взять? Так, погнали. Что за значки, конечно, не пойму. И, бля, как карту открыть? Пауза. Параметры. Есть какой-то главное меню. Миссии, обучение. Нет, какая-то херня. А, может, Максу что-то можно прокачать. Здесь нет. Здесь тоже нет. Ни хрена нет. Ясно. О, в гараже что-то новое. Ни хрена сколько нового. 300. 300. Да вы чё, это самое, с небес свалились, а придурки. 2 сотки. Да. Ясно. Короче, нам до хрища лома надо. А, это конвой, походу. Это херня, это конвой. А мы справим эту херню. Так. Один есть. Эй, вы, придурки, вы куда собрались? Да я уже давно обнаружил. Так, ты нахер идешь? Что творишь? А, не понял. Это плохо. Нихера, как это я сам не прострелил. У меня ж там бочка, блин, сзади. Да вы уроды, дайте мне конвой застрелить, а. А, ни хрена, там патрон надо тратить. Огонь. Ух, ёп. Ни хрена себе меня разнесло. Так, ты чё за херня? Кто это по мне стреляет? Так, эту парашу сейчас разнесем. Ты чё, ублюдок? Охренеть. Ну-ка, выпрыгиваем. Выходите, вы чё? Сейчас я вам поща... Нихрена, ты охренел. Чувак. Сейчас вам пощам надаю, ублюдки. Вы чё, охренели, а? На, лови. На, сука. Сейчас, подожди, подожди, да я возьму. Подожди, ты. На, на. Я хочу тебя этой херней заварить.
Ну что, иди сюда. На. Херня, короче. Так, собрали. Собрали. Ясно. Конвой тяжеловато, конечно. Бля, я хотел на воздушный шар слить. Ни хрена не получается с этими идиотами. Красота. Давай, па. Жак, ты это поставил. Сейчас бы так красиво все было. Но... заряжай. О, так это сильнее. Какого левела нам? Прочный, пугало. Третьего. Ой, кого разбить тогда? А против чего он не прочный? О, против машины моей не прочный. Ясно. Сейчас мы еще разок, подожди. О, красота. Четыре всего лишь. И 6, ну охренеть. Кто там ты? Нету. Нету. А чё за херня там? Тут еще патроны у меня. Херня. А где я вижу их? Так, не вижу. А так. Выход. За руль. А где патроны брать? Ладно, садимся за руль, пошли. Давай подъедем, что там посмотрим. Ну охренеть. Не весело, походу. Кто такие там херачит? Так, эту херню сейчас сломаем. И валим отсюда. А этот по-любому хочет этот лагерь сломать. Да и не ты в жопу. Я тут ничем пока помочь не могу. Я поехал, короче, по квесту. О, еще один дебил. Ну давай, подъедем. Опа! Конечно, уровень угрозы понижен. Чё? Так, вроде ничего не упало с ним. Бля. Конвой, не хочу с вами связываться. Иди в жопу. Едьте по своим делам дальше. Так. А он снайпер сидит. Shots up ahead. I see them. I could take them out with the sniper rifle. The what? The long shot. Oh, I have a few rounds. Нет, патрон нету по-любому. Не-а. Охренеть, иди в задницу. А, во, он перезарядил, на, молодец. Scratch one. You're a wizard. The long shot is your wand. Shh. I have to concentrate. Oh, yes, yes, of course, your wizard ship. My seals are sealed. Ясно, погнали. Там еще что-то, конечно.
светится, моргает мне в глаз. Понятно, ничего. Поехали, подъедем. Keep your head down. I'm gonna take a look. Чуть тут никого нет. Please, hurry back. This is very, very bad. Bad terrain. Risky. Так. Ну чё. Возьмём канистру, да пошли. Потихо. Ай, бля, тут это по лестнице надо подниматься. Хреново. А ты закинешь? Ну, тут тогда придется много кидать. Ладно. Не закину. Да залазит. Ну что ж за дебил, а? Давай. Пойдем наверх. Наваляем сейчас этим дебилом тут. Даже не знаю. Но хочу думать, что тут будет все просто. Чё? Что-то орёт уже. Ни хрена не пойму, где я хожу. Так, патроны, патроны нужны. Потому что я уже свои просрал. Чё? Хрена ты... Ну чё за дебила? Ни хрена, он даже не пробивной какой-то. Чувак, чувак, ты это потише. Не беси меня. Охрен... Бля, тут даже отлучил, не знаю. Я ему только щит немного поломал. Ты не глупи. Дайте мне, пожалуйста, ну, канистру. Нет. Нету. Бля, мужик, сюда только не иди. Где он? Чё мне там мигает все? Ты хочешь по щам получить, да? На. Эту, подожди, подожди, подожди. Так. Слабенький такой. На. Так, эти чуваки кончились, так. Это хорошо. О, 26 лома. Бля, я не заметил сколько. Так, давай попьем. Нормально так, там, наверное, враги сидят. Я тут это, воду распиваю. Пошли. Харе, чё вы там орёте? Я иду. Соберу здесь. Один. И смысл. Где этот дебил большой? Так, 17. А, 5. Чувак. Не беси меня. О, все, теперь его можно бить. Ясно. Так, возьмем эту херню. Лопата какая. Здесь что-то было? Здесь ничего нет. А, подожди, там еще дальше что-то есть. Ну-ка, нам надо все посмотреть. Нам надо все собрать. Нам просто дохрена всего надо. Так, вот срали, тут кто-то сдох. Чуть непонятно, что это за херня такая. Чуть тоже непонятно. О. Так. Бля, ну ни хрена тут написано.
Ладно, херня какая-то. Wars, famine, disease, murder. Так, погнали дальше. Что тут у нас? А, так, это мы по кругу прошли. Все, пошли наверх. Ничего умного тут не нашли. Пойдем наверх. Да иди ты наверх. Здесь... А, опа, этой херни лезть надо. Все, полезли. О, он не выкинул. Патроны. Патроны нужны. Так. Да, он даже не выкидывает, это хорошо. Я думал, что он будет выкидывать это оружие. Я вниз тоже могу что-то. Бля. Ясно. Я сюда хочу. 14 лома. Это тоже неплохо. Так, полезли. Сколько тут нычек? Так, отсюда бы как-нибудь не упасть. Чего? На. А, отсюда и базу вижу. Или что за херня? That must be it. We're not ready to take that on. Not without some preparation. Тут вообще жопа какая-то, я вам скажу. Хрен туда так просто попадешь. Так. Как отсюда слезть-то? По-бырому можно? По-бырому. Никак. Не. А не, вот отсюда можно. Можно. Это хорошо. Car needs more power and grip. Ой, лом. Need side armor and a grill to shield the nose. The hunchback can make it happen. Бля, где-то я просрал, походу, немножко. Один лом где-то не нашел, ну срать, короче. Ты сильно не падай мне тут. Не лень по лестнице ладить. Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. These black fingers are ready to dance, Saint! Oh, yeah, and I know just the steps, too. It's called the Jack, a wasteland classic. We pull it off and our chances of survival grow tenfold. In the harpoon? Soon. But she needs the basics first, huh? The car's weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. Погнали. Блин, я где-то что-то тут не собрал. И как быть? Я хочу, чтобы галочка была здесь, а не вот херня. Да, ладно. Короче, срать. Поехали. Погнали, съездим тогда. Может, что-то новое построим в машине. Бля, этих уродов столько раскаталось тут, я вообще хреню. И на нормальных уже тачках катаюсь. А, это тоже уже крепко. Хреново, чё? А и что такое? А, это смертельная гонка. Ну давай не сегодня. Сейчас как раз поедем, ты все. Да ёб, ты чё? Не-не. Так до хрена вещей, я вам скажу. Как нет.
сломать по пути. Бля, снайпер охренел. У меня теперь тоже снайперка есть, так что. Как мы там попасть-то можем? Фу, блин. Я уж думал, все. Сейчас врежемся. Чего вы тут катаетесь? Это наше место, вы что, охренели? Бля, чувак, прости. Ладно, им повезло. Да, это, конечно, гарпун надо улучшать, чтобы мы могли колеса вырывать. Сейчас мы разобьем, лом соберем. Oh, my angel, that was close. Be more careful next time, I beg of you. I'm going. Wait here. Есть. Вы собирайте. И надо будет сходить к этому чуваку. Тоже. Бля, ну карта тут, конечно, большая. Там моста не было, сейчас руку. Ну все, все, тогда на этом закончим пока что. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям. Всем пока!